Уважаемые зрители, не первый год мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. И можем сделать вывод, что этот год достаточно непростой, так как он стал последним для многих великих людей, которые сделали огромный вклад в развитие нашей страны. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Сегодня сообщили страшную новость, от нас ушел Валерий Меладзе. Он уже давно считается самым популярным российским исполнителем. Он зашел на звездный небосвод более 20 лет назад, и с того самого времени его песни остаются на первых позициях в хит-парадах, его концерты собирают аншлаги. Причем слушатели в одинаковой степени любят и его старые песни, и совершенно новые хиты. Его песням уготовано всегда оставаться молодыми, они не стареют и никогда не надоедают, а все благодаря редкому голосу и индивидуальной манере исполнения. Его композиции пронизаны любовью во всех ее проявлениях, она печальная и счастливая, страстная и коварная, взаимная и неразделенная. Дорогие зрители, мы благодарим каждому из вас за слова поддержки и соболезнования, ведь в это непростое время как никогда это важно.